Что привело эльфа, человека и гнома в земли Марки? Отвечайте живо. Мы идем по следу отряда Рукхаев, следующего на запад. Они захватили в плен двоих наших друзей. Можете искать своих спутников, но забудьте о Надежде. Она давно покинула эти края. Братство распалось. Мы заблудились. Не думаю, что Гэндальф повел бы нас этим путем. Гэндальф много чего планировал иначе. Не может быть. Я вернулся к вам в этот решающий момент. Силы тьмы растут. Войска Саурона пошли в атаку. Он использует Сарумана, чтобы уничтожить ваш народ. Они напали на безоружных, без предупреждения. Это всего лишь начало того ужаса, который выпустит Саруман. Нужно сражаться. Я не рискну вступить в открытую конфронтацию. Война все равно придет. Станете вы рисковать или нет? Пришла новая сила. И ее победа уже близка. Эта армия создана с единственной целью — уничтожить мир людей. Этой зимой. Вы отведете народ в Кельмову пать. Приказом короля город должен быть оставлен. Где она? Женщина, подарившая этот камень. На карту будет поставлено все. Союза эльфов и людей пришел конец. Наше время истекло. И время Арвен тоже. Отпусти ее, и все будет потеряно. Где оно? Давайте свяжем его и бросим здесь. Он знает путь в Мордор. Если все не объединятся против зла. Люди больше не встретят рассвет. Кольцо! Фродо! Оно берет над нами верх. У тебя есть дар предвидения. Скажи, что ты видел? Он не вернется. Оборона не должна быть прорвана. Мы выстоим. Ничто не ждет тебя здесь, кроме смерти. Всегда есть надежда. Властелин колец. Две башни. Приключение продолжается.